Мария, что было ценным для тебя? А сегодня была 31-я ценная встреча. Вот, как и Станислав сегодня, 14 марта, была здесь первый раз. Очень понравилась атмосфера, свободного высказывания, по формату, который здесь предлагают. Идеи от именно тех людей, которые были именно сегодня. Знаете, все случайности не случайны, вот надо было услышать именно от этих людей. Здоровско. И, мне все понравилось. Приходите, высказывайтесь. Круто все. Спасибо тебе. Спасибо.